Профессионалов и любителей гаданий на картах Таро, магазин «Купи сувенир» в этом видеообзоре представляет вам вот такую вот немножко необычную колоду карт Таро, Таро ведьм. Ведьмы тут, судя по обложке, очень симпатичные, современные, молодые, совсем не такие, как в советских сказках про Бабу-Ягу. В комплекте вот такая вот мини-брошюра, в которой есть, скажем, самые поверхностные обязательные знания об этой колоде. Вот так выглядит рубашка. Картинки такие, что прям хочется распаковать эти карты и посмотреть все до одной. Очень интересные. Кстати, художника Лаура Туан, я скажу, постаралась над образами своих молодых ведьм. Колода интересная, яркая. Сами карты сделаны из очень качественного, мелованного, очень плотного картона. Я думаю, что качество не вызовет претензий у наших покупателей. По крайней мере, до этого момента не вызывало. Думаю, так будет и дальше. Комплектность я вам показал. В принципе, мы не специалисты гадания на картах Таро. Ничего подробнее рассказать не можем. Различные там арканы, расклады, мы этого не знаем. Но, думаю, люди, которые занимаются этим более плотно, профессионально, оценят качество вот этой колоды, ну и мистические качества тоже, наверное. Спасибо.